Святого Евангелия чтение. Иисус в субботу сквозь сияния, ученицы же Его залкашися, и начаша растерзати класы и ясты. Фарисеи же, видевши, риша Ему, все ученицы Твои творят, Его же не достоит творить в субботу. Он же рече им, не стелич ли, что сотворит Давид, их дал залка сами сущие с ним, как он не в храм Божий, и хлеба предложения сниде. Их же недостойно би ему ясты, несущим с ним, токмо и иереем единым, или не стечли в законе, як у субботы священницы, церкви субботы сквернят, и не повинни суть. Глаголю же вам, як у церкви боли здесь есть, а ще ли бы сте видали, что есть милости хочу, а не жертвы, ніколи же убовісти осуждали не повинні. Господь бо єсть і суботи, Син чоловічеський. Слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолимся. Боже, милосердие Твое призываем, да сия семена, и живу с Духом, и дождем воспитати, благоволили си, благословением Твоим возливши, подашь владыко людям Твоим, Ты бди всегда о Твоих благодарите дарований, от неплодствия же земли, души алчущих, от рапи, помещий богат, недужный и крепкий, славит имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и не присно, и во веки веков. Благословенный Бог наш и земли наши, все плодия подаст из корицы, растет и творит плоды ея, да пришедше с радостью. Рукояти наше с благодарением соберем о Христе Иисусе Господе нашим. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Благим же Творящим Духом, и не присно Его веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему.